Забираем моноклёрный мед или флорный подсолнуха. Эта семья принесла два магазина. В этих рамки в процессе нижний магазин выкачан. Находится в цеху на откачке. Эта вот часть пасеки уже выкачана вот до этой семьи. Этот мед надо срочно выкачать, потому что у нас перспектива только зацветает подсолнух. Магазин внутри закончен. Вот на подсолнухе 4 рамки отстроены. И этот магазин полный. Вот это нормальный расклад по нашей пасеке.